Могу с тебя сдирают деньги вместе с кожей, понимаете? Система поборов организована. Ну, департамент охраны здоровья зараз скажет, что все будет компенсировано и областные... Они врут. Мы встречались с начальником департамента здравоохранения господином Иванниковым. Встречались полтора где-то месяца назад. Он нам дал номер горячего телефона. И сказал, что вот это номер телефона вообще-то по COVID-19, но он сказал, в связи с тем, что мы забрали у вас Чернобыльскую больницу, то вы можете набрать номер и вас госпитализируют. Значит, и мы окажем вам любую помощь. На самом деле, когда мы звонили по этому номеру телефона, нам говорили, что это номер совсем не для вас, и ничего не делали, не предпринимали. Вот такая, друзья, ситуация. Я два слова добавлю, если вам дайте воды ему попить.